долгое время мир шел к такой тиражности, вот художник был узнаваем, что вот. И из этих рамок чего не возьми, сразу был видно, что Сидоров. Да, вот да, да. Это Сидоров, и это Сидоров, и это. Все, если сделал другое, то не годится. Ну да, конечно. Самое смешное, что я. Что он Сидоров? Я мог быть Сидоровым. Моя фамилия произошла. У него мама Желудева, папа Сидоров, а он Касаткин. Когда это. Нет, и папа стал, и мама Касаткина. Когда они поженились? Когда колхоз первый год, 31-й год, угу. Когда они женились, там коллективно, так сказать, женили, вот, ну, так. И меняли фамилии там. Кто, то есть Соколов, там, Воробьев захотел. А ему говорят, а его, ну, как бы звали так вот в народе, женщина, Касачек. Угу. Вот. Я говорю, ну, а тебе как Касачек? Он говорит, ну, так же записывайте, я имею в виду Сидоров. Записали Касаткин. Мне писали, Касаткин.